Некоммерческие организации городского округа Люберцы могут подать заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере культуры. Субсидии могут направляться на финансирование расходов, связанных с созданием, организацией и проведением мероприятий в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства, литературы и народного творчества, а также музейно-выставочных проектов, на мероприятия, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, для организации выставок, мастер-классов и семинаров и проектов, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни в сфере культуры. Заявки и документы принимают до 3 марта 2023 года в Министерстве культуры и туризма Московской области.